나. Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. У нас вторая часть видео. И сейчас я уже подхожу к Старой Риге. Там, видите, сзади там раздают бесплатно книги. Если что, может, кому-то надо. Давайте поздороваемся с Милдой. Давно не виделись. Но уже вижу, что народу в Старой Риге очень-очень много. Все идут на тусу. Там уже с 2 часов сегодня началось все. А сейчас, видите, 15 минут четвертого. Но все равно, ребята, это не то количество народа, когда праздновали день рождения Латвии. Не помню, юбилей который какой-то был. Это было много лет назад, лет 20 лет назад, да? Ну вот. Сколько там было народа, уже от Милды, даже до Милды, от Сакты, уже все просто толкались, вот так вот протискивались, просто было не пройти. Да, сегодня много по сравнению с каждодневным количеством, но все равно не столько, сколько было раньше. Так, вагончики стоят с едой. И где-то будет проходить конкурс тортов, ребята, будет где-то. То ли поедание тортов, то ли кто самый вкусный торт принесет, не знаю. В общем, будет все, и поедание, и, наверное, самый вкусный торт. Какие столы, посмотрите, все белые. Какие чистенькие все. Супер. Посмотрите, даже можно руки помыть поставили такую, да? Вообще супер. О, супер. Вообще. Здесь даже можно охладиться, кому очень жарко. Посмотрите, супер, а? Здесь уже подготовили эстраду, тоже будет здесь что-то. Ребята, очень жарко, и там выступают мои коллеги, мои циркачи выступают в такую жару, я вообще не представляю. Это очень тяжело в такую жару выступать. Я помню, выступала один раз в такую жару, прямо невозможно было дышать, но я выступала в клубе на трапеции, воздух. Ну вот, и у меня от жары, знаете, очень сильно скользили руки, хотя я мазала магнезией. Все дела перед выступлением, но все равно ты вся течешь, потеешь вся, да, тебя все пот льется просто, и ты еще воздух выступаешь, представляете, ребята? Это, а тут вообще еще даже на солнце, там хотя бы я в клубе была, но там было очень душно, да, а тут вообще на солнце выступают они, я им сочувствую.
Вот ну мы вот. Снова встретились с Рутой, с любимой Руточкой. Лариса Бузенко. Да, уже встречались до этого, сейчас опять встретились вместе. Встретились на праздник города Риги. Да, 822 года. Я уже говорила, и сейчас повторюсь. У нас много что сегодня где происходит, но не все не успеть, не все не охватить. Да. Самый главный центр. Надеюсь, вам слышно, потому что у меня петличка, если что, говорите сюда, так в эту сторону, да, поворачивайте. Все прекрасно слышно, как вы говорите, не переживайте, все прекрасно. Да, чтобы мне не повторять и не переводить, как говорится, не работать по переводчикам. Я уже из Лидо вышла, встретила подписчиков, сейчас вас встретила. Не, ну да, я так просто повернулась, смотрю, думаю, о, да. Да, и тут он, наверное, ушел, закрыл эти окна, чтобы они не выпрыгнули, и говорит, там где-то провод. Шкат мать, самалт подвисти прако, сайт наш первый. Здесь тоже столики можно посидеть. За столиками и концерт. И трубочисто, что ли? Pēc tam braucu atpakaļ uz Vārniju un pēc tam man arī tur ir diskusija. Arī tur jāatskaitās. Nu, ļoti labi, tad tu sāksim to atskaiti šeit, jo es ar tevi gribu parunāties par drosmi pilsētvidē. Jo manuprāt, tā ir ārkārtīgi svarīgi metījumā par to drosmi. Un tie būtiskie lēmumi, kas jāpēc. Они очень чистые. Вот я видела, у нас по центру раньше ходил трубочист, он прямо весь такой в саже был, прям настоящий такой ходил. Да, это уже у них получается как праздник для них. О, даже женщина. Да, даже женщина, да. Так, здесь стоит скорая. Тоже можно, наверное, посмотреть. Пожарные тоже можно все посмотреть. Детки садятся, их фотографируют. Помните, когда я город района снимала? Ой, город района тоже сказала. Праздник района. Там в полицию мы садились, в полицейскую машину. Здесь тоже, видите, так вот можно. Детки, им же интересно. Вот там брошюрки всякие разные, как обращаться с огнем, все рассказывают. Красивые девчонки. Видите, какие у нас красавицы работают. И там что-то такое. Вот. Полиция, видите? О, полиция. И вот тут тоже все, всякие развлечения, короче. А ну вот тот же трюк, который, помните, как и у нас тоже все садились. Я мужа закрывала своего там, а полицейский снимал. Добровольно, видите, все добровольно. Так, а здесь можно поесть. Ну я уже в Лидо сходила, поела. Ой, булочки, вкусняшки какие, там вкусняшки? О, ребята, видите? А это сейчас, это пожарный шланг? Да. Да, и вот дети, видите, а как охладиться можно было, я видела, да. Там попить можно было, там это краник был, руки помыть можно было, а еще стоял фонтанчик, охладиться можно было, просто лицо опрыскать. Там такой мелкий распылитель был. Да. Красота. Вот можно подержаться на счастье. И я тоже хочу подержаться, тоже давай. Спасибо большое. Детям счастье, да и взрослым тоже в такую жару. Мы пришли на Домскую площадь, но здесь играют музыканты. Я боюсь нарушить авторские права, поэтому заглушаю видео и озвучиваю. Вот здесь концерт. Также сюда приехало телевидение, все снимает.
наш Домский собор, где можно послушать органную музыку. Мы решили отсюда уйти, потому что очень громко играет музыка здесь. Сейчас мы вышли на улицу Смил, что там тоже какая-то туса. Там поют джазовые, да, вы там почитали, что там? В общем, тоже там концерт. Сейчас мы на улице Вальню находимся, но здесь никакой ярмарки нету. А в прошлый раз была здесь тоже ярмарка на улице Вальню, когда мы с вами гуляли. Дегустация? Да. Давайте, спасибо. Так, а что это? Сок. Сок? Сок. Сколько такой? Получается с минералом. А, минеральная вода. Вода со вкусом, да, со вкусом. Черешни и персик. Кстати, вкусная. Там только сахар. Mm-hmm. Вкусненькая. Ну как? Вкусно, но мало. Вкусно, но мало, да. Вкусно, но мало. Сколько стоит баночка такая? 4-3 евро. 4-3. Все зависит от напитка. Сейчас такая акция. Ну я скажу, для такой... А ты тут марку как одну считаю? Я сижу и делаю. Ой, давайте манго. Это какое? Манго, да? Манго, ананаса. Давайте, ну-ка. Сейчас надегустируемся. Все знакомство. Да. Сейчас, подождите, знакомство. Сейчас надегустируемся и в школу не пойдем. Я так пить хотела как раз. Ой, очень вкусно, да? Вот это получено, да, как-то, нет? И то, я, наверное, или пить хочу, или что, мне вкусно все. Мне вкусно все. Мы поняли, за 4 банки 3 евро, да? Правильно? Это сейчас такая акция. Ага. Снять это, наверное... А, это Latvijas Balzams. Наверное, от него, я думаю. От него, отсюда. Latvijas Balzams, да. Лариса говорит, мы еще не попробовали лимонную. Сейчас на лимонную возьмет, будем пробовать. В общем, я так пить хотела. Хотела купить квасы. А, сейчас мы напьемся на халяву, короче. Только сегодня акция. Сегодня это какая? Такая акция. Если вы купите 4 баночки за 3 евро, еще получите в подарок стакан. Стакан какой? Я не спросила. Стакан. За стакан. Это какой был? Вот этот мне поменьше понравился. Лимон гуавы. А, мне вот манго понравился, да? Очень вкусный. Мы не зря сюда завернули. Да, не зря сюда зашли. Очень вкусненько. Мне понравилось все. Да. Сейчас мы находимся на улице театра. Тут, наверное, дорого, нет? Конечно, дорого. Да, я тоже так думаю, что, наверное, дорого здесь. Так, галерея, центр. Это же бывший универмаг, да? Да, бывший универмаг. Да, здесь. Бывший универмаг, это один из... Это с другой стороны, получаемся. Да, с другой стороны, да. Зашли мы в галерею, центр. Погулять немножечко. Ой, я как раз... А, историческая эта лестница, да, вот так они и были раньше. Да, но стены были другие раньше.
Фотки. Фирменный экономический магазин. Ага. А потом уже стал. Говори. Это же написано по-русски. Армейский экономический магазин. Да, он был. Вот команда тут прочитает. Да. Потом его паркет. Да. У меня здесь подружка работала в универмаге когда-то. Нет, но у нас тоже работали, когда училась. А это. В 2008 году. Да, лучший дизайнерский проект в мире. Да. Это вот награду получили. Угу. Ну вот, ребята, это наш, помните, универмаг бывший, да? Когда мы в советские времена сюда приходили. Сейчас вон какую красоту здесь сделали. Надо зайти в туалет показать. У меня теперь, знаете, хобби туалеты показывать везде. Я начала с этого торгового центра Акрополя, который Альфа. Там такой крутой туалет, вообще просто суперский. Вот хочу посмотреть, какой здесь туалет. Если обыкновенно, то снимать даже нечего. Даже снимать нечего, да? Продолжение вот этого всего. А туалет на каком этаже? На туалет нам надо подниматься на 6-й. А, я помню, когда вы, помните, да, взрыв был. Да. Ага. Раньше как-то это практиковалось, да? Сейчас как-то уже не так, да? Сейчас более-менее спокойно, но куда нам идти? В этаже. Вот там дальше будет туалет. Ой-ой-ой. Очередь. Ну, здесь туалет попроще, чем в Альфе. Какие двери. Вот такой же дизайн, я пошла. Ну, вот такие туалеты в этом галерее-центр. Ну, конечно, это вам не Альфа. Давайте, раз мы гуляем, посмотрим, что у нас здесь, какие кофеюшки. Кофеюшка, кстати, можно посидеть вот там вот, да, получается. Очень хорошо на свежем воздухе можно посидеть. Так, здесь. В общем, здесь куча кофеюшек всех разных, с разным вкусом, разных стран, разная кухня, короче, как я понимаю, здесь, да? Да. Ой, там мои пальцы не видны, а то я пальцем. Нет. Вот выход на террасу здесь вот прикольно. Ну, очень жарко здесь сейчас сидеть, даже если бы хотели бы, но слишком жарко. Сейчас поснимаем, смотрите, с высоты птичьего полета. Все крыши поснимаем. Катаемся на лифте. Мы катаемся на лифте. Почему бы и нет, как говорится. Все испробуем сегодня. И лифт тоже, да? Приехали? Какой-то этаж? Нет, это, кстати,
Еще не приехали, да? А, это второй, да, точно. Ой, как здесь хорошо, свежий воздух. А там все-таки жарко было, да? Да. Кто-то потерял носочки. Они новые, видно, что новые. Да, кто-то, наверное, купил, и да, они кто... вывалились. И они наверное. Так валяются. Придет домой, носков нету, да? Да. Телефон. Когда у них еще... Не такие долгопичные телефоны, как раньше. А вот кафешка Петер Гай. Помните, ребята, мне муж стул приносил, чтобы достать до петушка? Там все народ тусуется, чтобы достать. С другой стороны получаемся, да, правильно? Да, мы с другой стороны посмотрим. Чтобы пострелять, 6 евро стоит. А? 12 раз 6 евро, да? Ну как-то маловато 12 раз, нет? Можно было, знаете, по времени там 5 да. минут, 10 минут, да? Сейчас, мальчик. Минуты можешь эту стрелу утянуть по времени. Туристы там. На Радужной площади до сих пор там тусы происходят. Несли Ледо. Помните, это где было большое Ледо, где я видела Якубовича и Ермольника? Ну, а здесь вообще, ну да, рядом с Рижской Думой здесь вот. И вообще это не то, это совсем не то Ледо, которое было. Здесь какая-то забегаловка. А такой шикарный Ледо убрали из старой Риги. Последнее время в Риге стали. Такой ряд зелени выстроили красивый. И вот туда-туда идет очень красиво. Ребята, на какую красоту нарвалась. Посмотрите, какая красота. Ой, я сюда не смогла не зайти. Ой, посмотрите. Ой, как красиво, ребята. Обалдеть, какая красота. Только посмотрите, обалдеть. Вот это да, вот это магазинчик я нашла. Да-да. Сейчас люстры поснимаю. Да, здесь хочу. Ой, какая посуда, посмотрите. Вы посмотрите, какие люстры. Вау. Вот это да, смотри, вообще какая красавица. Да-да. Красиво как. Вау. Ой, хочу сюда подойти, посмотреть еще. Вот это красота, ребята. Любители кошечек. Ага. Ага. 13 евро, да? Не-не-не. 13, да, видишь, 13, да. Скидка, да. Угу. А так легкая. Легкая, да? Да. Стави. А на без тарелочки, да, наверное, 13. Да. Вообще. Ага. Тарелочка отдельно 6 евро стоит. Ой, какая красота, ребята, вообще обалдеть просто. Но цены такие тоже адекватные, да? Хорошие цены. Для старой Риги вообще хорошие, да? Ага. Вообще обалденно, да? Очень красиво. Угу. Ну, тут еще тоже есть, да, всякие разные. И полотенчики стоят сейчас... Так, тоже 16, по скидке. 2 по 8, 16. Угу. Но они красивые. Да, очень красивые. А здесь какая красота, посмотри, да? Угу. Так композиция выставлена хорошо, да? Здесь такое все красивое. Даже не знаю, все хочется вообще, весь магазин хочется заснять. Такая красота. Ой, а это посмотрите. Это серия Гоя был, кто
Да, да. Сделали группу. Как я даже делаю? Говорю, да, кому что нравится. Да, 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 да. Здесь прохладненько. Ой, кондиционер, ой, как хорошо здесь. Да, это антибастер. О, лошади, я как раз. Лошадь. И, кстати, салфетки лошади, да, и кружечка. Да, это наш прикольно. Знак. Это наш знак. Вот. Год лошади. Она стоит сейчас 11 евро. 11, да? Да, 11 евро. Ой, куклы какие, посмотрите, ребята. Как красиво, да, вообще, надо, обалдеть. Надо большую квартиру, чтобы все это как бы красиво все. Круто посмотреть, любимые собачки. Вы хотели еще теперь? Да, здесь много. Ой, кукла какая тоже. Ой, а тут, ой, ну тут даже, я не знаю, даже не знаю, какую сторону камеру повернуть. Тут все красивое, да? Ну это какой-то стиль. Вот, какой-то да, стиль, да, 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 да. Вообще обалденно, конечно. Ой, ой. Не, ну это что-то, посмотрите, ребята. Какая красота. Главное, там одни купили дорогие бокалы, у меня красивые есть, я вам показать. А покажите, да. Одна коробка, это то, не представляете, и она приходит в это время. Это моя работа, если вы есть, все, как? Вы уже сами делаете, а там еще так. Так что вот так. Этих тоже нельзя просто домой. О, какие бокалы, посмотрите, ребята. Какой подсвечник, а? Графин какой. Так, эти бокалы 300 с чем-то стоят, эти бокалы, да? Не, ну нет, смотрится, конечно, даже обалденно. Попугай какой, посмотрите. Какаду. Эти бокалы, которые показывали, это был итальянский хрусталь. 300 с чем-то стоили. Там 6 штук было, да, по-моему? 6 там было штук, да? Спряталась, да. Сумка прикольная, кстати, тоже, да? Ай-ай-ай-ай. Слушай, сколько она стоит, эта сумочка? На пляж хорошо с ней ходить, наверное. Здесь нету ценника? Вот на этой ручке нету здесь ценника, нет? Нет, да. Прикольная сумочка. Ага. Да, 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 да. Ну-ка, наверное, кажется, ну-ка. Это... Ой, я боюсь открывать. Как... Копилка. Шкатулка, не шкатулка, да, нет? Шкатулка. Нет, копилка. А, нет. Я думала, что это шкатулка. Ага. Ой, прикольно сделано, да? Ой, и тут еще такая, как сумочка. Вообще супер просто. Она открывается. Ну да, наверное, шкатулка, наверное, да? А машинки какие-то, ой, вообще просто обалденный магазин. Это мы были вот в этом магазине недалеко от салон. Лидо, ребята. Салон. Да, салон, да. Да, и вот как раз видишь, улица. Тырганью. Да, вот. Тырганью ела Венпадсмит. Ребята, видели, какой классный магазин вообще, просто обалденный, какие там, какая там красота, просто обалденная. Да, а, не, ну это все красиво, да? Это, нет, скажем так, не кто любит, а кто может себе позволить. Вот так лучше будет сказать. Кто может себе позволить. Немножко погулять,
подойти к водоканалу и немножко подышать влажным свежим воздухом. Очень жарко. И вообще найти где-нибудь свободное скамейку. Да, и где-нибудь. А скамеечки, похоже, все заняты. А хочется посидеть где-нибудь, ноги уже устали. Кисели и ойкаем вдвоем. Ой, ой, как две такие старушки. Ребята, тут не знаю, сколько километров я прошла, но я прошла очень много. А мне еще потом до работы идти. Но ноги очень устали. Ай, там фонтан дальше. Потому что духота. Да. По духоте, по жаре. А там, интересно, где фонтан, там есть скамеечки или нет? Вот там красиво. Там здесь сели, тут ничего не видно, как-то ни канала не видно. Ну, сейчас отдохнем немножко. Отдохнем, да, а, вот, отдохнем, а потом дальше в путь пойдем, да? Дальше пойдем, пройдем. На работе сядешь и будешь смотреть. На работе я буду видео монтировать. Второй кораблик. Посмотрим, как там внутри. Ну, красиво так, да? Отделка такая красивая. Богато. Дорого-богато. Дождь пошел? Я не поняла. Дождь пошел? А, может, еще от фонтана, может быть, да, точно. Пойдем к фонтану. Но все равно большую часть мы нагуляли при хорошей погоде. Ну да. Да, посмотри. Уточки. Хорошо им летом. Вот кораблик, да. Дарлинг. Дарлинг. Ну, ручка помаши, ты кто-нибудь давай. Молодцы, молодцы. Молодцы. Или какая-то машина подъехала. Грози. Ребята, пошел дождик, и мы прячемся от дождичка. Все-таки он пошел. Главное, чтобы не было, как вчера, этот ливень, да, как вот вчера было. Сейчас там будет такой мелкий. А то мне придется плыть на работу, не идти, а плыть. Ну, тогда мы с Рутой снимем эту лодку за 18 евро и поплывем. А, и поплывем, да. Поплывем тогда. Смотри, я потом его спрячу сама. Сними дождик. Да-да-да, вот я снимаю такой грибной дождик, да, такой прикольный. Да, кстати, сейчас так, пошли, да. Грибы, да. Сейчас, кстати, уже снимает вон меня знакомая где-то на засаду. Да тут часть снимала, а здесь нет. Здесь тоже очень красиво. Да, да, да. И свободные скамейки есть. Там нет почти свободных скамеек, а тут есть свободные скамейки. Да. Вот здесь у нас реки молодцы. Красиво, да? Все разные, да. Кстати, сейчас смотрю, на каждой есть. Что это обозначает? Да, да, да. Вдоль плавания, да? Да.
Там дальше эспланада, ребята, туда вот мы сейчас идем, посмотрим, что там. Лариса говорит, там спортивные мероприятия какие-то происходят. Баскетбольные, да? Да, баскетбольные. Вроде да. Как написано, там два берега. Я так понимаю, у нас Рига находится на двух берегах, левый и правый. И, наверное, соревнования левого-правого берега. Наверное. Ну, сейчас посмотрим, правда или нет. Да, да. Вот, красный матч, видишь? Вот 154. Да. И правый берег. И правый берег. Левый и правый берег. Дауговы. Да, получается, вот у них соревнования. Да. А где левый берег РСУ? Это же да. Твоя стейдж дайма. Медитецка не будет, знаешь. Туаса зимрован. Че? Девинес, астуванес, септинес, сейшес, пиец, чет, трис. Дес вина пега и ната. Элло, Карса, и это знак, когда вам сагай, дам раплосим. Дегустация. Безалкогольные, да. Вот как всегда, да? О, подожди, стой, я сейчас переверну камеру. Да, давайте сюда же, да? Они очень вкусно растут. Да. Это безалкогольное, да, пиво? Это безалкогольное пиво, ребята, да? Да, мне за... Так, на бурдышак, да? Да. Дубль номер два, первый не получился. Ой, вкусно, да? Так пить хотелось, да? Так пить хотелось, ребята, не представляете. Мы сегодня... Безалкогольное, да. Хорошо. Мы сегодня пьем на халяву. Да. Мы сегодня пьем на халяву сегодня. Так редко бывает, но я тоже чувствую как бы людей, да, с ней очень приятно. У нее чувство юмора очень хорошее. Да, она такая еще, я говорю, молодец. И она молодец, она может и поддержать так тебя, да, ну так тихо напишет. А может быть она всегда такая была? Располагает всего этому. Вот так у нас, скажи про... Скривери. О, скривери мороженое. Скривери. А почем она там? Ну-ка. А там ценники, мне не видно. Так, вот здесь. Почем там? Красивая поляна тоже такая. Тусовка сегодня везде, и в парках, и здесь, везде тусовка сегодня получается. Сегодня никто голодным не останется. Они так дрались прикольно. Ну давайте еще, поделитесь еще. Не, давайте. Так смешно дрались. Когда-то сюда ходили, это после перестройки ходили на дискотеку вернисаж, а до вернисажа, до перестройки здесь была Баранка, клуб Баранка. Это да, был клуб это, шоферов, этих, да? Шоферов, да? Да. Это мы сейчас в Верманском парке, бывший Кировский парк. Ну,
рыба раугас, да. Раугас по-литовски именно закваска. Не раугас, да. Закваска, да? Вот это аузас, это... Взяли, напугал, да, напугал. Пей водичку, пей. Эти мы сладкие. Эти сладкие, да. Ну что, дорогие друзья, вот так мы с вами погуляли, провели сегодняшний день, и мы хотим с Ларисой попрощаться с вами, да? Очень был красивый, приятный, говорю, день, и так неожиданная такая встреча, говорю, с Рутой, и мы с ней очень плодотворно провели день. И красиво, и весело, и интересно. И давайте как-то по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Мы с вами прощаемся и, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята, пока.